Оп! Понеслась! Раз, два, три! Справа драться не хочется, у них очень много ПТ. Слева, наверное, тоже не хочется ехать, потому что там, возможно, никого не будет. Но у них ЛТшки нету. Экспертка пушка. Вот танковый эксперт. Куда поедем? Налево? Направо поедем? Где говно будем копать? Слева или справа? А? Где копать будем? Ты что, спать будешь? Сейчас, ну чисто жесткий скилл буду показывать. Короче, надо вот сюда заехать и дать отстрел. Сейчас закатим вот сюда. Сейчас закатим вот сюда. Бра! Обратно. Сейчас, ну чисто жесткий скилл буду показывать. Даже тень дерьмовая. Так посмотрите на тень этого танка. Вы реально думаете, что нормальный танк будет с такой тенью? Вы просто посмотрите на нее. Это мой башмак, блин, со средней школы 5 класса. Это мой башмак. Чисто у меня ботинки такие, это шнурки. Вы просто посмотрите. Вы думаете, нормального танка такая тень будет? Да никогда в жизни. Ну, я здесь буду стоять. Вы на приколе, они по мосту едут на меня! В два танка 10 уровня, сука, по мосту едут! Я специально сюда поехал, чтобы на меня никто не поехал. Почему они сюда поехали? Эти дострим-снайперы нового поколения. По спутнику Илона Маска следят за мной. Сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. Минодрыська здесь. Где спрятаться? Долб***ь! Да я говорю, европейский рандом — это самый конченый рандом. Я его не понимаю. Я искренне не понимаю это дерьмо. Я просто искренне не понимаю это дерьмо. Хорошо. Поджог! Четыре ка урона против 10 уровней. Защитник моста! Сюда! Ребят, кто ослик плюс чат? Здорово! Парни, наш противник Ангелина 031. Парни, нужна полностью ваша максимальная боеготовность. Нам нужно сейчас чпокнуть ее. Максимальная заливка эликсира. Максимальная. Ай. Я почему КС-ка не дерется здесь?
Серьезно? Я только сейчас сюда приехал, и они сразу начинают атаковать? Да не, ну это бред. Меня просто насилуют на этом танке, блять. Как тяжело на нем играть. Вообще, надо сближаться. Надо сближаться. Есть идея. Давай, возможно, за трави. Но, давай. Вот знаешь, есть громоотвод. Да. Его сделаем гиендвод для Петровича. План такой. Отправляем их всех в США. Но. На них-то набрасываются другие геи все. Профит. Да. Слушай, ну это, кстати, неплохое решение. Давай, так и сделаем. Вопрос, как их отправить? Окей, допустим, это решение неплохое. Вопрос, как отправить? Это, знаешь, такой глобально-массовый вопрос. Как отправить? Нахуй с пляжа. Блять! Ну почему? Ну ёптлять! Мне надо тупо барабану в очко маусу раздать. Я не буду его добивать, 60 п раздаю. Найс. 6,5 косарей урона. И таран. Таран. Еще 65. И тараном. Ой, блядь, заебись. Дай таран нам. Найс! Еще плюс 500 урона. На халяву. Еще таран. Блядь. Зашибись! Семка! Ты чё ебанулся, блядь? Ты чё, мужик, блядь? Да ну! Да ну! Чего? В соляру разъебал! В соляру, блядь! Матару! Ты, блядь, в соло! У нас был тысячная позиция, ты нас на 22-ю вытянул в одиночку, блядь! Охуеть!